все свои сомнения. Не порицайте нас тут и там, ведь мы иное поколение, мы будущего флаг. Для вас хитом была Катюша, для нас кумиром Максим и Нюша, но тем не менее есть одно, мы будущего звено. Тебе запомнил? Квантовые явления. Квантовые явления? Ну, это вот, ну, 3D формат. А лучше в очках смотреть или без очков? И то, и то очень интересно. А как ты думаешь, тебе урок понравится, если вот будет урок, вот учитель вот такими штуками сопровождать, да? А как думаешь, ребята в классе вас примут? Всем понравится? Или найдутся такие, кто может сказать, ну, ерунда, мы это видели. Нет, уже. Нет, мне кажется, таких не найдется. Думаю, все хорошо будет, да? Ну, ладно. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Меня зовут Илья Шикин. Я из 19-й школы. Мне тут очень понравились такие веселые штуки. В 3D и в 2D. Что вы сейчас смотрели? Какой продукт? Физику смотрели. Физику? Увлекательную реальность? Да. Понятно. А что больше всего тебе понравилось? Больше всего понравилось смотреть через планшет на учебник.
А, как учебник оживает, да? Как думаешь, это будет интересно ребятишкам в школе? Да. Да? А что еще к вам запомнилось что-то? Ну, мне запомнилось, как я пытался рукой поймать самолет. А, это бесконтактное управление, да, которое вместо места. А сами как маркеры работают, интересно эта технология? Да, интересно. Как думаешь, в школе будет это пользоваться спросом вообще? Очень сильно будет пользоваться спросом. И уроки, мне кажется, интереснее должны быть, да? Намного. Ну, здорово. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алёша, я из 19-й гимназии, и сегодня я попробую проект «Увлекательная реальность». Проект мне очень понравился, особенно магнитное поле Земли. Я думаю, каждый ребенок хотел бы так поиграться. А что больше всего запомнилось тебе из технологии, которую мне сегодня смотрел? Неравномерность магнитного поля. А почему, чем запомнилось? Потому что... спецэффекты красивые. Очень интересно. А вот тайные явления, например, ну то, что невидимо, например, на уроках. А, ну, например, мне понравилось очень, как взрывается уран. Вот. А в реальности не видел, как он взрывается? Нет. Ну, хорошо. А как думаешь, будет пользоваться спросом вот это у учеников? Конечно. Все твои одноклассники нормально воспримут? Да. Как насчет эффекта 3D? Эффект 3D мне понравился больше всего. Понятно. Объекты оживают, да? Угу. А вот насчет учебников, которые становятся, то есть картинки, которые тоже распознаются планшетом и... Вообще я этого как бы не ожидала от этого, и мне очень понравилось. Здорово. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Удачи.